приезжают, кто-то не знает, сколько там. Может, не знаю, миллион на гараж показывает. Да, Дима? А их что, не поили еще или не поили? Это 33-35 тысяч тенге. Да, сонра, малдан келгенден кийин жайлап. Я заезжал через парк. Да, Касенов Бауржан Исимбулович. Я являюсь руководителем хозяйства «Нуржайлау». У нас американская генетика, мы завозили скот в 2012 году в январе месяце с Северной Дакоты, Южной Дакоты, ну, Северных Штатов Америки. И вот как мы завозили скот, мы занимаемся искусственным осеменением. Ежегодно завозим 7 лучших быков именно ангусов американской, канадской селекции. И вот сегодня видели вот наш результат нашей работы. Это стояли быки 13-го года, 14-го, 15-го и 16-го года, полученные уже в Казахстане бычки. Ну и наша компания заняла первое место. Ну, среди всех, вот, которых быки сегодня участвовали, там, то есть там были порода казахская белоголовая, Герефорд, Аулиеполь, Ангус, Шароле. Вот среди этих пород, как бы, эксперту понравился наш бык самый больше, ну, по фенотипу. Ну, наше хозяйство находится в Костанайской области, город Аркалык. У нас как бы больше у нас не откормочная площадка, у нас племенной репродуктор, то есть мы производим генетику, мы продаем живых быков, там, телочек. Уже людям, которые, допустим, занимаются тоже ангусами в Казахстане, они покупают быков для своей селекционной племенной работы. Ну или же покупают участники программы Сыбага, допустим, они покупают, чтобы как бы породное преобразование улучшить генетику нашего казахстанского беспородного стада. Вот такие для этих целей покупают. Mm-hmm. Ну, бычки у нас, допустим, при рождении рождаются в среднем по 30 килограмм, допустим, где-то 30, там 35 килограмм, бывает меньше. Ангус, они как бы по легкости отела, они очень маленькие телята рождаются. Потом у них идет большая энергия роста. Уже, допустим, к отъему, у нас вот в этом году мы отнимали телят 7 месяцев, бычки дают 250 килограмм, в среднем 260 килограмм, бычки на отъеме дают уже. Ну, они где-то до года, наверное, да, там? Да. На подсосе? Не, на подсосе вот до 7 месяцев они на подсосе. Отъем это мы имеем в виду, когда мы от матери отделяем его с подсоса. То есть, и он дальше уходит уже на, ну, на концентрат, уходит на, ну, уже стойловые содержания до лета, до пастбищного периода. Так, ну, телочки, допустим, если дают где-то 240 килограмм дали на среднем на отъеме, 230-240 килограмм. То есть годовалые телочки мы уже продаем в среднем вес 350 килограмм годовалые телочки. Годовалые бычки где-то 400-450 килограмм средний вес.